Слышал поговорку: никогда не грабь банки, если напротив продают самые вкусные пончики в округе. Это не поговорка. Нет, поговорка. Не поговорка, так и есть, я не спорю, но это не поговорка. Это поговорка, чувак. Пошли. Все на пол. Запускаю. Уходим быстро. Как думаешь, сколько здесь? 40 миллионов. 40 миллионов долларов? И у меня для тебя плохие новости. Что это значит? Значок? Управление по борьбе с наркотиками? Universal Pictures представляет. Офицер Марко Стигман. Вы в курсе, что Бобби Бинс из управления? Оказывается, Стиг не так-то прост. Ты знала, что он из разведки? Тебе стоит отойти от дел. Отвали! Скучал по мне? Так, на счет три отпускаем друг друга. Идет? Ладно. Раз, ага. Два, три. И ты думал, я тебе поверю? В банке нас подставили. Нужно выяснить, чьи это были деньги. То есть мы будем работать вместе? Нет, нет, не будем. Да, мы будем работать в одном городе. То есть вместе. В одном районе. Вместе. Вы ограбили ЦРУ. Где деньги? Там, где вы их не найдете. Этим летом. У вас 24 часа, чтобы вернуть мне деньги. Ну и какой у тебя план? Он у меня есть. Я в состоянии придумать план. Я и не говорю, что ты не в состоянии. Так какой? Я работаю над этим. Сматываемся. Это и есть твой план. Эффект неожиданности. Видел бы ты свое лицо. Уверен, что ему можно доверять. Дензел Вашингтон. Кто они? Они угрожали моей семье, а теперь хотят убить меня. Я тебя понимаю. Марк Волберг. Что я тебе сделал? Кроме того, что чуть не застрелил. Время вышло. Это достаточный стимул? Более чем. Берегись. Есть правило. Сражайся до последнего. За того, кто сражается бок о бок с тобой. Два ствола. Дай ключи. Давай. Возьми сам. Эй, обязательно так делать? Ключи. Ты не отстанешь? Да, так что давай ключи. Со 2 августа.